Всем привет, ребят. Ну что, по чуть-чуть качаю силу, уже 180 тысяч у нас. К сожалению, у нас титулы немножко сдвинули. Я думаю, уже до завтра, точнее, после атаки фортов, ближайший я уже докачаю следующий титул. 190 тысяч. Могу, в принципе, это сделать, это не очень сложно. 10 минут можно прокачать, но я качаю определенных героев. Плюс есть одно обстоятельство. Сегодня, как обычно, у нас вот такая вот имбовая акция. Как видите, кучу разных плюшек дают. Эта акция, которая на трату и на покупку идет через Google. Но акция действительно вообще просто топовая. Самое интересное, это я забрал не последний приз. Оставил вам показать. Вот такой вот последний приз. Я, честно говоря, в шоке. Посмотрите на это все. Порочный пак дают, и причем дают намного дешевле, чем на остальных серверах. Ну, что вам сказать, это китайка, и здесь реально очень круто играть. Так, это я уже заберу попозже, буду докачивать титул и силу. Также у нас еще сегодня еще один новый топчик. Вот сейчас я в топ-3 уже зайду. Дошел я все-таки до 50 этажа здесь. Так, я руны немножко не поменял. Ну ладно, думаю, затащим все пачки. То есть проблем здесь у меня 2 или 3 слива было. Таких там огнекрылы стояли. Реально очень сложно против них воевать, потому что усиление очень большое идет, там с каждых 10 этажей там все сильнее и сильнее, даже гоблинов не успеваешь по времени убить. Ну, я уже качнул гаргула, сделал ему эволюцию вторую, аугментацию, все дела. Еще немножко докачаю его по скиллу и, в принципе, думаю, будем больше брать очей. То есть на моей силе 160 тысяч я здесь смог набрать свыше 800 тысяч. Ну, я думаю, где-то к следующему лабиринту, там сколько у нас, 2-3 дня, мы качнем где-то около 250. Посмотрим сейчас, сколько там следующий. После 190 у нас идет 220, по-моему. Сейчас я уже добью этаж и посмотрим, насколько разница будет, насколько мы сможем подняться в топе, насколько сложнее будет проходить лабиринт. Давайте добивайте уже того Ронина. Везущий, блин, гад. Фига себе, он там хилит. Будет смешно, если сейчас мы его за 3 минуты не сможем убить. Скорее всего, с ожогом. Смотрите, он отхиливается больше, чем мы себе восстанавливаем. Жесть. Ну, как обычно, я же говорю, это лабиринт. Тут ничего удивительного на этих этажах. Сейчас мы 3 минуты простоим. Также сейчас пойдем на багажку, будем проходить бага. Бага, в принципе, у нас сегодня несложно. Я хочу попробовать Минотавра плюс Седну под бафом максимальным выпустить его. Возможно, еще Хранителя возьмем, посмотрим. Да, они могут, не могут его слить, жесть. Надо больше дамага сюда. В принципе, им надо просто попасть один раз хорошо. Но, как видите, ничего себе, он огнекрыло просто ушатал. Это жесть, ребят, смотрите на его урон. Да, он сейчас тут всю пачку снесет. Ну, не дайте ему ударить, отхилиться. Это просто пипец, 45 секунд, опять он себя отхилил. Надо брать сюда Ронина с ожогом. Кубок, видите, что делает. Просто жесть. Тут ворожай, конечно, отхил дает, но все же. Тут фуловый стоит. Ладно, давайте еще заходик ради интереса.
Герои, как видите, здесь не особо все у него прокачанные, но усиление настолько идет, что просто моих могут с одного удара ушатать. Но тут вроде сейчас уже у нас поболее героев. Я надеюсь, они сейчас его смогут уже наконец-то ушатать все вместе. Или опять 3 минуты простоим. Кстати, вот такими вот ронинами мы были, проходили кому-то этот подземку 7-9, по-моему. Ронин там тоже с ожогом круто смотрится и может нормально помочь. Плюс у него зональная атака. Ну, смотрите, что делает. Чем больше его атакуют, тем, в принципе, его только единственный вариант это блочит. Жесть. Дошел, называется. Не могу одного героя убить. Ну что, вы его осилите или нет? Он себя отхиливает. У меня герой даже столько отхила не имеет, сколько он. Смотрите на его урон, это жесть. Да. Сейчас подумаю, кому этот порочный пакт поставить. Либо Анубис, либо ну Фрейю. Как бы грубо, с грубой мне здесь хватает. Мне, в принципе, от нее урона больше не надо. А вот Анубиса попробовать на атаку фортов, ремочку поставить в крит, думаю, будет очень интересно. Потом еще и на Фрейю достанем. Ну давайте напрягитесь еще чуть-чуть. О, наконец-то. Жесть, ребята. 871. Ну все, сейчас мы должны выйти на третье место уже. К сожалению, пока на первое мне надо, наверное, 1300 качнуть. Тогда сможем справляться. И то не факт. Там будут посильнее топы, хотя, в принципе, думаю, 1250-300 тут не особо сильные топы на Китае. Ну, это лабиринт, тут по-разному все бывает. Я думаю, Багама там быстро сейчас зачистим. Так, есть. Добиваем. Сейчас посмотрим еще, какой гоблин у нас будет. Ну, 880. Пару, ну, не пару, мы, наверное, с десяток гоблинов пропустили. Тоже усиление. Ну, я уже качнул Гаргула, теперь должен их валить всех. Единственное, высокомерного сложновато будет валить. Так, ну это, по-моему, с приспешниками тут без вариантов, да. Смотрите, даже тут сейчас мы их просто разберут всех. Вот раз, два, то есть тут настолько уже усиление идет, просто с одного удара рубят. Ну ладно. Это такое попробую еще, возможно, с Гаргулом, если успею прокачать. Так, эй, ну-ка. Надо еще эту пачку ушатать, вы чё? Жесть просто. Видите, тут по-разному бывает. Слабенькая пачка, усиление настолько, что просто ну, нереально что-то сделать. Ну, конечно, тут еще надо хороший баф. Но сейчас вроде нормально зашли. Ушатали. Итого, что мы имеем, 881. Ну, все, третье место, 800 тысяч, максималочку получаем. То есть, видите, максималка от 800 где-то идет. Вот так вот. Окей, отличненько. Так, ну что, поехали трешевать на битву гильдий. Берем с собой такого вот красавчика. Так, возьмем, наверное, Купидона. Ну, Купидона смысла нету брать. Бигфут, чтобы ушатать. Пусть Фрейя такая даже стоит. Так, Седна, Седна, Седна наша. Я ее тоже не качал, в принципе, ее и не надо особо качать. Хватает и такой вот с горки. Тут сейчас мы римочку поставим. Сейчас мы с кого-то римку сдерем.
Немножко попрокачивал героев. Так, хранитель у нас с Римкой. С Анубиса с ними. Так. Это против расстановок, где у нас не будет юнитов. А если будут юниты, придется все-таки Анубиса сюда брать. Так, где Седна? Опять я ее потерял. Так, есть. Ну, давайте и лыжку поставим. Так, смотрим, кто у нас будет. Так, шапка нам тут однозначно не нужна. Асура тоже не нужен. Поставим Анубиса. Как запасной вариант. Так, артефакт пусть будет топор. Вот такая вот сборочка. Поставим сюда. Вот так вот. Есть огнекрыл. У нас будет... Поставим не слона, поставим феникса. На добивку зданий, если вдруг нам не хватит. Так, минотавр собран, бигфут есть. Вместо Фрейя поставим хранителя. Надо тоже, кстати, будет его докачать. Ну, в принципе, все. Ну что, поехали. Пум-пум-пум. Шанс лива, как обычно, сейчас будет минимальным. Мы без дерева бегаем. Так, битва гильдий. Смотрим топов. 260-255. 267-240. Значит, первых два бьем. Да, выбираем с первых двух гильдий сначала этих топов. Первый, второй. Так, что у нас тут? Тут у нас полная печаль. Ну, то, о чем я говорил. Так, раз, два. Ворожай, ничего себе, ворожай. Даже там баф снял у нас. Вот видите, 95% у нас осталось ратуша. Ну, у нас сняли баф седны. Ворожай снял. 95% под хранителем. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, окей, поехали, следующий. Надо будет как-то на скорость побегать на китайке. Так, что у нас тут? Стрелка не вижу. Окей, выпускаем его тут. Тут. Седна дала баф. Хранитель. Нифига себе. Это что было? Юнита вроде нет. Языка согласия. Ну-ка еще разок. Вот 100%. Странно, вроде баф не снимали, не видел. Может, сняли. Напишите потом в комментах. Так, ну что. Еще один топ. Тут стрелок у нас. Окей. Седна. О, тут Фрейя долбит. Ничего себе. Ну окей, не вопрос. Не вопрос. Сейчас мы поможем. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, ударь, ударь. Вот так вот. Есть. Ну, то есть можно таким образом вытягивать на Анубиса, если есть Фрейя, и просто бить. То есть, тем более баф еще от хранителя потом попадает, так как он у меня в конце. Так, поехали, следующий. 240. Ну, тут вообще печально все. Вот мне очень интересно. Не, все-таки сносит. Ну, тут нереально. Хранитель плюс этот баф. Так, что у нас? 232. 190. Ну, видите. Что-то в этот раз у нас нету 360 топов. Очень хотелось бы. Ну, ничего не сделаешь. Так, что у нас тут? Афина. Без воодушевления. Ну, опять Минотавра. Седна. И держим хранитель. 100%. Вот так вот. Что у нас в гильдии? На каком мы месте? Ну, тут у меня топы выше силой. 2558. Причем тут, видите, топ больше силы.
как-то по силе распределила одинаковое количество мячей. Ну, распределила по силе. Вот так вот. Ну, в принципе, все. Вот такая вот битва гильдий. Такие вот топ-акции на Китае происходят. То есть тут еще помимо этого есть самое интересное. Я сейчас вам еще одну покажу акцию. Это такие. Вот такая вот акция. И причем здесь можно за ЗП-шки ролить. Сейчас я гляну, что у меня там по ЗП хватает. Смотрите. Сейчас заберем, ролим за ЗП-шки. Не знаю, надо будет как-то попробовать 5 миллионов здесь выролить. Вот, смотрите, раз, и монетки себе забрал. Там 9 еще доролить. Сейчас давайте карту заберем. То есть в этом как бы плюс, особенно для тех, кто там имеет много значков почета. Может себе хотя бы монетки собирать и потом их уже здесь получать. Так, где там оно? Вечно я. А у нас вот здесь. Так. Вот. Себе здесь потом получать. То есть все бесплатно. Раз в неделю это практически идет эта акция. То есть у нас такого, к сожалению, на русском сервере нет. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно участвуйте в конкурсе на Огнекрыло. Ссылочка в описании. Всем пока.